Перед вами книга «Крепкие спиртные напитки». Обложка книги сделана из кожи вручную и украшена керамической вставкой. Размеры книги 30 на 25 и на 4 сантиметра. Книга имеет трехсторонний золотой обрез и состоит из 295 страниц. В книге представлены основные виды крепких спиртных напитков. Рассказывается об истории их появления, регионах производства и технологических особенностях. Информация о ведущих производителях и марках, а также дегустационные заметки, которые представлены в этой книге, помогут вам при выборе напитков в магазинах и ресторанах.